Мотор! Начали! Бом наш еще. Хочу скинуть и корки на тех же условиях. А сколько там? Тонна! Шоки! Катер максимум 600 кило в лей. Ты хоть понимаешь, сколько это бабок? Я тебе еще 10 тысяч дам. Ну чего? Тонну возьмешь? Возьмем! А тонем с тонной. Ну первую партию грузи пока. Я сейчас жене позвоню. Жене, это правильно. Валер, я твою тонну возьму. Только это по 1000 рублей с килограмм, ладно? А не потонете? Да у нас нормальный катер. Катерище просто. Слышь, только ты кричи, что 600 спускаешь. 600. Ну чего, Олежа? 600 примешь? Ну что, 600 примем? Возьмем! Трави помалу. Цып! Что-то туго идем, с весом не ошиблись? Да не, точно 600 взяли. А что? Да ничего, а только тонем помаленьку. Стой, погоди, подожди. То пропало, что в море упало. Стой! Куда ты поплыл, гад? Здесь больше тонны и три. Жалко, пятером. Чем за катер расплачиваться-то будешь? Там вот документы в бардачке. Спасибо. За тонну икры с тебя миллион снимут. Да не, какой миллион? Там копейки. Ух ты, не промок, смотри-ка. Научились делать. Хватит читать их. Что ты хочешь от меня? Чтоб ты любила меня. А я хочу, чтобы ты ипотеку погасил. Давай еще один кредит возьмем. Ну, чтобы это погасить. Кредит? Чтобы погасить кредит? Угу. Мне миллион нужен. А к осени я разгребусь совсем разом, клянусь. Тебе никто ничего не даст. Без недвижимости, без поручителей. Санечка, слушай. А давай ты мне сейчас вот эти деньги через окошко просто просунешь и все. Давай. А ты мне потом через другое окошко будешь курочку в фольге просовывать? Ну, 7 лет подряд. Мне миллион позарез нужен. Ну, у моих, в принципе, недвижимость есть. Нет, все, только не у двоих. Угу. Нет. Если честно, то своей семьи вообще больше не встречался. Мне Нового года вот так хватит. Угу. Это что? Это? Ноль.
Садись, пожалуйста, Свет. Это что, чешуя? Это блестки. Блестки, Свет. Все, садись, пожалуйста. Это временно, окей? Садись. Не поеду я к твоему отцу унижаться. Тебе нужен кредит или нет? Я не пойму. Ты только папин забор похвали, ладно? А может, он песни свои не петь? Может? У него, кстати, есть и нормальные. Да? Вот их как раз он почему-то не поет. Нормальные. От печали до радости, реки и горы. Вот это? Человек 5 лет в розыске. Из дома не выходит. Ты чего? Ну, имей сочувствие. Мне кто посочувствовал? От печали до радости, реки и горы. От печали до радости, леса и поля. Рублишмен! На мой забор! Собака! Ты почему здесь? Завтра квартальный отчет сдавай! Ну-ка, марш! Может, еще одну ночь можно? Ну, пожалуйста, возьмите меня. Тишка, давай, помогу? Не надо, иди ты, иди, 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 я сам. Куда едешь? Едем. Сверху крути! Куда крутить-то? У меня сил не хватает! У меня сил не хватает! О, вот резервная дивизия Рокоссовского! Иди, ногу держи! Ну давай, давай, что ты стоишь-то? Я с другой стороны помогу. Жили как люди без водопровода, так нет. Ходим так в Париж. Как дела, Мишаня? Па, вообще-то это Олег. Мишаня у меня в 10 классе. Вообще-то они уже 3 года вместе живут. А что они тогда не женятся-то, если они 3-й год живут? Нет, тогда я по старой памяти буду Мишаней звать. А что я переучиваться буду зря? В следующий раз сами полезьте. Борис Алексеевич, а можем с вами переговорить 10 минут? А чего же не переговорить-то? Пойдем переговорим. Начальник надо закусить. Кто хоть? Эй, вы куда? Вы куда? Кто здесь убирать-то будет? Кто мыть-то здесь давай, все будет? Давай, Рик, не тормози. Ты кто все мыть-то будет? О! А тут опять все полилось! Нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Верно, только дельтаплан поможет мне, может мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечом. Уже зовет меня в полет мой дельтаплан. Мой дельтаплан. Борис Алексеевич, так вот, тот разговор, про который я вам вот говорил. Я одену 2 крыла, и ближе ты, и ближе ты.
Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко. Рано. Рано. Жрём! Нифига себе. Да у тебя талант, Толик. Спасибо. А у вас, кстати, в военкомате знакомых нет? А что, загребают тебе, что ли? Да нет, наоборот. Я в армию хочу, в кинологические войска, с собаками. А мне говорят, у тебя астма, астма. Ты не годен. А какая у меня астма? Так, кашлянул пару... Чё-то я отзывы слышал об армии. Хреново там вроде, нет? Только это единственный способ срулить отсюда. А, срулить. Не надо, ребята, я все прекрасно понял. Вот! Борис Алексеевич, да вы неправильно меня поняли. Пап, ты нас неправильно понял. Может, вы сразу-то на нас всех в рабство продадите туркам-сельджукам, а? Мишаня! Папа, это Олег. Пап! Этот дом нужно было давно продать и купить две однушки. Одну нам с Саньком, а другую на вас на всех. Свинились там сколько хотите. Правильно, Ритка. Только однушка мне. Тебе зачем? У тебя перспектив никаких. А у меня вся жизнь впереди. Рой тебе. Послушайте, никто ничего продавать не собирается. Ваша недвижимость, ее никто не трогает. Просто гарантийное письмо. Все. Свет, мне так нравится этот подход. Хорошие у тебя однокласснички, Света. Пап, да мы не одноклассники. Дай паспорт. Чего? Паспорт добавить? Господи. Ну, послушайте. Послушайте, я просто предлагаю некий вариант всем немного заработать. Вот! Вот! Вот с этого надо было сразу начинать. Золотко мое, ты знаешь, почему меня ищут по всем городам нашей огромной родины? Почему? Потому что здесь полным-полно вот таких вот, как ты, любителей заработать. Напокупали себе Порше и Мерседесов. Вот такой один Порш стоял у нас на парковке. Да вдруг загорелся. Сам загорелся. Я его пальцем не трогал. Я просто мимо шел. А он загорелся. Знаешь, от чего? От чего? От того, что я... От справедливости! 5 лет из дома не выходишь. Во! Решение. Но у него нет Порша. Нет никакого Порша. И не советую заводить. Не нашего ты теста, Мишаня. Бегом на улицу все! Быстро! Слышь, сейчас снизь! Что ли, конечно? Давай, давай, давай! От дома дальше! А что было-то, а? От обстрел, что ли? Смотрите! Дед! 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 Капец, деда! Ты там живой? Жив, жив! Тебя, господи, напугался! Подняться можешь, аккуратно, а? Аккуратно, подняться. Может, сломано что-то. Нет, напугался. Я думаю, ты чихнул. Дед, мы уже наследство поехали оформлять, а ты... Надулась. Нет, мне сначала показалось, что это люстра упала. А потом такая думаю, откуда у нас люстра-то? Слушайте, ребята, это не артобстрел. Это метеорит. Метеорит? Тебе правда, что метеорит? Надо его выкопать, это же дорого стоит. Рит, лопаты неси! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Бегом, бегом. Обалдеть, он же миллиарды планет пролетел. А сколько городов, домов. Все ради того, чтобы взлететь к нам в дом. Потому что мы забралы! И притягиваем всякое дерьмо. Так, ну-ка, цыц, копай давай. Деду он за этот метеорит пенсию добавит. Сильнее копайте! Блин, еще долго Ритка спать ушла. Ну, копаем пока. Мишаня, ты тяжелок от лопат повыше перехвати. Так сподручнее будет.
Олеж, я сейчас приду. Похоже, ледяной он. Продать будет сложнее. Слушай. Это... помираю я. В смысле? Как так? Надо же это скорую тогда... Я разбужу всех сейчас. Не надо, не надо. Я уже нормально пожил. Все достаточно. Слушай. Ты им передай. Важную вещь сможешь. Конечно. Ты им передай всей семье и каждому, чтобы они, да. Чтобы они, да. Чтобы они шли в жопу. Запомнил? Ага. Сам тоже иди. Светка, Светка, слышишь? Олеж, ты чего? Там, там дед это... Там дедушка это... Ну, поцелуй меня. А где Светка? Не знаю. В общем, там... Тут... Да, да, она прям... Чё, тут... Пойдем со мной, пожалуйста. Чё это такое? А где метеорит? Здесь в тазу метеорит был. Там суп какой-то был, у бати опрокинул. Да какая нафиг разница? Ты посмотри, что происходит. Ну, вот это попробуй. Что у тебя за идиотский юмор, а? Ты нас слышишь? Ты можешь объяснить, что там случилось у тебя? Ты, ты что там? Чего так завелись-то? Нормально все с ним? Ты можешь открыть или нет? Открыть! Тихо, потом. Рита, ты нас слышишь? Ты слышишь, не глухая же. Что случилось? Не, не знаю. Щеколду! Открой щеколду! Помоги! Ай, голова! Ты зачем это? Пускайся вниз! Смотри, Фару давай! Стой, стой, стой! Я не вижу! Давай, давай! Вы чего орете? Стой, стой! Эд,
это чего такое? Я был мертвый. Я с бабкой уже на встречу шел. Он мертвый был, подтверждаю. Зачем вы меня воскресили, гады? Тихо, дед, не бузи. Сейчас поймем. Со мной вроде все в порядке. Все вроде в порядке. Вот опять. Опять началось. Ну, надо звонить, я не знаю, в МЧС, властям. Каким властям, Света? Чего хорошего было, когда властям звонили? С тобой все в порядке, слышишь? Вот они, ноги, все в порядке с тобой. Блин. Это что, от метеорита, что ли? Кстати, может быть, космическое воздействие. Ребята, излучение. Мы что, все умрем? Я уже умер. Это ни с чем не спутаешь. Я тебя помню, сукец. Ты меня откопал. Вас не закапывал никто. А откуда яма в погребе? Так метеорит упал вчера. Я еще давно вычитал. Чтобы нейтрализовать радиацию и химическое отравление, надо пить красное вино. Всем по пол-литра, малой стакан. Нужно в скорую срочно ехать. Стаканы давай. Ё-моё, дед помер. Пьем, пока не поздно. Держите. Чего вы сидите? Что случилось? Это чего? Опять? Надо подумать. Светка, ну-ка выйди на улицу. Это чего? Опять? Судя по всему, эти способности работают только, когда мы все вместе. Рядом. Стоит кому-нибудь из нас отойти вот буквально на 20 метров, все. Светка теряет вот эту свою прозрачность. Саша слабеет. Дед умирает, а Рита перестает летать, понимаете? А в противном случае она летает, мы, да? Мы показали вам просто, у нас папа не выезжает из дома. А без него вообще ничего не получается. Слушайте, вы что хотите-то? Чтобы она летала или чтобы она не летала? Мы хотим узнать насчет здоровья. Да. А никаких симптомов болезни я вас не вижу. Да, пока, доктор, у вас счетчик зашкаливает. Да он мне еще из Чернобыля зашкаливает. О! Слышь, все нормально у вас. Гуляйте, витамины пейте. Наслаждайтесь жизнью. Деда! Спецслужбы вас на опыты отправят в подвалы. Будете вместе с трехголовыми обезьянами польку-бабочку танцевать по 220 вольт. А я думаю, это просто нам что-то приоткрылось. Какой-то ресурс. Надо просто понять, как правильно его использовать, верно? Не надо, ну зачем? Санёк. Зачем? Получили суперспособности и тупо жрёте. Вот. Я о том же. Надо что-то гуманистическое мутить. Собак спасать. Это их нужно от тебя спасать. Знаешь что? Я думаю, что нам нужно выступать в цирке Дю Солей. Ездить по миру будем. Центнер девственности под куполом цирка. Билеты будут покупать пачками. Заткнись, блохастый. Зря мы тебя от стула отвязали. Заткнись! А ну куда? Стой! Дай сюда! Последний раз маршрут. Да я твои медали сожру. Я тебя сам сожру. Перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Слушай, они не убьют друг друга? Сейчас пойду проверю. Я верю, друзья, караваны ракет. Мчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Борис Алексеевич, сейчас, наверное, у нас будет много разных вариантов. Но самое выгодное, я думаю, сохранить эксклюзивность. Потому что это можно на Первый канал, там цикл передач. Это очень много денег. Господи, ну посмотри ты вот туда. Блин, красота какая. Оторвись ты от своих копеек. Ты вот думаешь, вот этот метеорит просто так к нам прилетел? Потому что мы бобровы. Мы семья. А ты говоришь воспользоваться. Я согласен. Случайностей вообще не бывает. Вообще. Ну просто это же дело, но его надо как-то монетизировать. Я верю, друзья, караваны и раки. Если бы у нее дура хоть капля ваших мозгов была, она, может быть, хоть что-то понимала. Фу!
Что ты сказала? Охренеть. Я их понимаю. Я собак этих понимаю, блин. Они говорят. Вы слышали? Что ты говоришь? Тебе жратва твоя нравится. А что тебе нравится? Курочка паленая. Ритка, ты слышала? Теперь сама будешь кости глодать, а Балканчик будет курочку вареную. Умница моя, хорошая, я правильно говорю, да? Офигеть, мне столько нужно с вами обсудить. У меня суперспособность! Поняли? Умница моя хорошая, не нравится, я понял уже все. Погнали! Светик, а сколько денег обычно в банке хранится? Ну, максимум. Сколько привезут? Слушай, а если у нас дети невидимые родятся? Слушай, а обычно сколько привозят? Ну, если накануне крупную сумму заказать для обмена, ну, 1,3 миллиона долларов. Баксов? 3 миллиона долларов. Слушай, а как их одевать невидимых? Ну, или грудью кормить? Все нормально. Борис Алексеевич, у меня к вам деловое предложение есть. Ага, дай мне хоть 5 минут прессу почитать. Так, я первый. Засранец. О! Побег. Никак, что пока себя во сне не могу контролировать. Ладно, пойду пока всех разбужу. Чё, никак? Помочь? Спуститься, в смысле? Вот это вот. No sé si fue por lo vi, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa, junto a mi ropa. No sé si fue por la Pugliese Troilo D'Arienzo, pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo. Ты чё, телепортнулся, что ли? Неа. Пап, ты прям как смс-ка. За пивом так сможешь? Это, как ты так телепортировался-то? А если ты в туалет приземлишься, а там кто-нибудь из нас уже есть? Ты никуда не телепортируешь. Где? Все, это переутомление. Надо отдохнуть. Давай, поехали, съездим тут в одно место. Дед, мормышку готовь. Борис Алексеевич. Так у нас разговор. Там поговорим. Ну вот оно, наше место. Борис Алексеевич. Тихо. Слышь, лягушки. Нигде таких музыкальных лягушек нет. Дети, когда маленькие были, лезь сюда и слушаешь. Красота. Борис Алексеевич, в общем, разговор есть важный ко всем вам. Ты давай говори, только карася меня не распугай. А, хорошо. Зацени, ты это видела? Вообще угар. Ну, прости. Котята тупо популярнее. В общем, я перебрал в голове сотни вариантов и понял, что ничего долгосрочного у нас не получится по многим причинам.
Как минимум, нам придется все время проводить вместе. Нормально. Папа, ну закрой! Кто бы меня на тот свет телепортнул? Короче, нам надо использовать наши сверхспособности один раз с максимальным эффектом. Я нашел такой вариант, после которого все смогут разъехаться кто куда захочет с деньгами. Раз, работал, только не попал. Мы можем заработать 3 миллиона долларов. 3 миллиона. По 430 тысяч на каждого. Весь он в поселок грибки стоит и все. И как мы их заработаем? Юморист. Короче, план такой. Светка, невидимая, заходит к себе на работу и выходит оттуда с сумкой. А всем нам нужно будет только посидеть в машине рядом со Светкой и работать. Все. Это совершенно безопасно. Олеж. Слушай, ну, Светка заранее будет коды знать и от сигнализации, и от сейфа. Она же невидимая. Олежа. Ну, ты невидимая, Свет. 3 миллиона. Блин, вообще крутяк. Ну? И посадку можно сделать. Недолго нанять. Ну, не знаю. Мне и 120 штук хватит, чтобы в армию попасть. А Тобик в доле? Или в кругосветное путешествие ломануться. А, Санек, в Бразилию хочешь? Я за любой кипиш. Кроме школы. Во! Главное, вот что Борис Алексеевич скажет. Что думаете, Борис Алексеевич? Зараза, почему же меня все время вправо-то заносит? Олеж, ты меня не забыл спросить? Да ты спала, как убитая. Я не успел просто. Ну, это ж классная идея, Светка. Нет. Ну, как нет? Ну, ты невидимая, ты что, не понимаешь, что ли? Ха! Получилось! Получилось! Борис Алексеевич, ну... Ну скажите, ну что вы думаете? Запомните принцип. Когда все хорошо, то можно сделать только хуже. А у нас все хорошо. Поэтому посидим, выждем немножко. Потом все само пройдет. Как ветрянка. Я хочу в Бразилию! Ладно. Ладно. Едем со Светкой, и вы больше своими способностями никогда не воспользуетесь. Ну ничего, хорошенького понемножку. Но если мы уедем, дед тогда умрет насовсем, вы понимаете это? Тебя никто не заставляет уезжать-то. Вот Толик в армию уйдет, Сашка когда-нибудь замуж выйдет, все уедут. Ты давай свою вину на других не переваливай, засранец. Ну тогда до свидания. Так, поехали, Света, садимся. Олеж. С этими дебилами. Деда в подвале спрячьте. Машину! Ты невидимая. Нас бы вообще не поймали никогда, понимаешь? Не поймали бы. Но все равно глупо. Олег, приветствую. Привет, Валер. Супруга? Светлана. Доброго дня, Светлана. Валерий. Очень приятно. Олег, пойдем поговорим. Деньги, Олег. Утонул экран. Просто. Форс-мажор. С тебя 1 200 000 лишь. Дайте месяц. Все отдам, клянусь. Мы через неделю отходим в Китай. Не будет денег. Мы тебя возьмем с собой в Китай. Там черный рынок внутренних органов очень развитый. Через неделю будут деньги. Спасибо, Олег. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания.
Леша, это кто? Чего они хотят? Они хотят, чтобы китайцы с моими органами ходили. Что нам теперь делать? Что делать? А переждать, Свет, чтобы прошло все, как ветрян. Понятно. Не переживай. Не переживай. Я все сделаю. Что? Пап, ну раз приехали, давай посмотрим. Вот зачем, Свет? Я что, буржуйских домов не видел? Ну а что, одним глазочком? Ну, зря. Хорошо, пойдемте посмотрим. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, проходите. Начнем с кухни. Проходите, проходите. А? Там у нас веранда, здесь гостиная, есть летний сад и бассейн. Бассейн? Я надеюсь, с акулами. Ну, как тебе дом, пап? Подходит? В смысле? Поджечь? Что? Шутка. А я бы хотела, чтобы у тебя такой был. Спасибо большое. У меня уже есть отличный дом. Ну, не такой он и отличный. Не знаю. Мне нравится. Ну, а так и остальной семье будет нравиться. А, ну тогда всей семье придется скидываться и покупать. А я уж так и быть поживу старым. Так вот, как раз, чтобы всей семье сброситься, нужно просто в машине посидеть 5 минут. Все. И будет классно. А нам, по-моему, так классно. Пап, ты что, слепой? Ты что, не видишь, что они только мечтают уехать куда угодно, чтобы только унитаз на скотче не висел? Ну, зачем ты так, дочка? Скотч – гениальное изобретение. Пап, ты один останешься. Простите. Может быть, мы поднимемся на 3-й этаж, телескоп смотреть? Мне сказали, вы любитель космоса. О как! Вам и про это уже рассказали. Вы что, ребята, вот этим барахлом меня решили соблазнить? Да блин! Ну это абсолютно безопасно. Ну, Света невидимая. Ну чего вы боитесь? Я в этой жизни ничего не боюсь, запомни. Я принципиально не хочу. И где логика? Ну, Свет, ну скажи ты ему! Ты чего? Так, и что это у нас тут такое? Я тебя первый раз в жизни попросила помочь нам. А ты? Нам правда очень нужно. Помолчи, я с дочерью разговариваю. Ну, чё? Почему нельзя было об этом сказать дома? Телескоп какие-то. Если глобально, я совершенно не согласен с распределением богатств в этом мире. И ради тебя разок эту банковскую систему нахлобучить можно. Спасибо. Поехали. Угу. Вот что я понял. Дело с банком справедливое и, что самое главное, безопасное. Во-первых, потому что мы бобровы. А во-вторых, потому что Светка невидимая. Круто! Так, я не понял, мы что, банк грабим? Да! Коллективное самоубийство. Это мне подходит. Никто ничего грабить не будет. Мы даже слово это исключаем. Просто посидим 5 минут в машине за очень большой гонорар. Как Юра Гагарин. Так, я тебе за Юру Гагарина сейчас голову-то оторву. А мы с Айко в Рио-де-Жанейро поедем. А кукарача, а кукарача. Так, внимание, внимание. Завтра с утра едем репетировать. Так, вот за это предлагаю выпить. А согласен. Нет, пойдем. Погнали! My dear manager, Thomas, your dear manager, Thomas, capitán, capitán.
я в круиз поеду. Кругосветку. Деда, ты что, и впрямь бессмертный? Посмотрим. Света! Светка, иди сюда скорее! Работает! Работает, Света! Олеж, ты что, это я? Не делай так больше. Доброе утро, Маргарита Борисовна. Че? Голова болит. А, естественно, у меня тоже болит. Сейчас, короче, завтракаем. Едем в банк репетировать, да? Ну, хорошо. Привет, Олег. Здорово. Ты что, накрасилась, что ли? Нравится? Значит так, я никакие банки грабить не буду. В смысле? До тех пор, пока меня не кремируют, я вообще пальцем не пошевелю. Я просто не уверен, что вы после кремации в банк сможете поехать. Ну и ни хрена у вас тогда не получится. Ладно, кремируем. Вот. Ну только после. Вопрос, когда? А сразу после банка. Вот в тот же день все устроено. Все, теперь есть. Лично. И ты лично отвечаешь за мою кремацию. Есть. И учти. Я с тобой как с комсомольцем договариваюсь, а не как с торгашом-гомосексуалистом. Я тогда летать хочу перед зрителями. Это мои условия. Нет, Рит, ну, давай даже не будем это обсуждать, ладно? Ну... А, ну тогда без меня. Ну вы чего? Ну, сговорились вы, что ли, все? Я не знаю, как там все, а я хочу полетать просто, пока у меня есть такая возможность. Ну и все. У меня вообще-то тоже условия есть. А что, мне вот собаку нужно найти. Потерялась тут одна, мучается, наверное. Вы что, блин, вы с ума, что ли, сошли все? Чего вам все приспичило сегодня? Ну, получите деньги и ловите там кого хотите. Хорька в лесу. Пока у нас договор. Вчера договорились. Света, ты кто такой? Ты кто такой тут? Ты чего? Сталин? Чтобы так с Бобровыми разговаривать. Многие, между прочим, мечтают, чтобы сюда позавтракать пустили. Значит, слушай сюда. Хорек в лесу. Заруби себе на носу, если моей семье что-то требуется, вот это святое дело. Это дело чести. И если ты когда-нибудь еще собираешься стать Бобровым, войти в клан, так сказать, то ты должен в лепешку расшибиться, чтобы все были довольны, даже если это невозможно. Что получается? Деду кремация по высшему разряду? А остальные что? Шиш с маслом. Ладно. Я понял. Просто не с той ноты начали. Не с той. Просто все эмоциональные люди. Так, вот листочек, вот фломастер. Пусть каждый здесь напишет свои условия. Прошу, кто первый? Обороты. Рита, не верю своим глазам. В чем хитрость, а? Никакой хитрости, все по-настоящему. Звезда! Все с юмором. Я не подозревал, что у меня такая способная бухгалтерия. Тамара и Любовь Петровна на это не способны. Слушай, я тебе предлагаю, давай через неделю выступишь, а? Мы тебе еще добавим пинчука, гипнотизера и этот танец живота на затравку. Это же касса! Эй, дядь, а такое ты видел? Наш Валик, дорогой. Сюда, посмотри. Вот у вас такое могут в бухгалтерии. Правильно, правильно. Гонорар увеличивай, касса. А я еще танцевать умею, еще и петь умею. Так, все. Все, я предлагаю, все в турне. Ребята, все в турне. Цирк Дю Солей, плакать будете, отвечаю. Какое турне, вы чего? Так все закончили. Поднимаемся и домой. Это из другой программы. Подожди, подожди, дай я хоть на видео сниму, мне же не поверят. Не снимать. Заморожу.
Что случилось? Спи. Спи, спи. Ну вот, а ты переживал, что у тебя нет сверхспособности. Цветы полей. Чего зря течет? Господи, что ты несешь-то, а? Гитлер не был американцем. И нахрена тебе, Аляска? Тебе-то она нахрена? Давайте еще раз. Мы сидим в машине. Ты внутри, невидимая, дожидаешься, пока не включат сигнализацию. Запоминаешь код и сразу, когда все ушли, отключаешь его. Потом открываешь сейф и достаешь все деньги. Не понимаю, а почему нельзя просто днем все вынести? Ну, потому что это будет летящий по воздуху сумка. Ты выходишь в комнату отдыха персонала, там ты открываешь окно, вылезаешь на улицу. Где мы тебя ждем? Забираем и сразу уезжаем. Так, ты все поняла? Ну, надоело уже. Надо я в банке работаю, а не вы. Ты в другом отделении работаешь. Какая разница, они все одинаковые. Поехали. Свет, а если тебя в тюрьму посадят, что с Олегом будет? В смысле? Мужчине 10 лет ждать тяжело. Ты и сейчас уже в возрасте, а выйдешь совсем. Угу. Ну, может, ты за ним присмотришь? Да, я тоже об этом думала. А жить будем у вас в квартире, точно. Да? Угу. Там же Рит еще на очереди. Олег, Рита тебе не подходит. Угу. Кстати, о моем желании. Я хочу пойти с тобой в ресторан. О. В крутой. Ну, вот так. Ты же не возражаешь, Свет? Да нет, мы должны же вы как-то привыкать друг к другу. Да? А ты что, поблюз, что ли? Так все, в армию ухожу. Дождался. Когда? Завтра выезд. Служба под Бирбиджаном. Места кайф. Да пусть катится, к чертовой матери. А как же банк? Погоди, так... А как же собаки? Там будут собаки. Так, ты же их понимать не сможешь. Слава богу, я тупее твари в жизни не видел. Ничего, в армии увидишь. Они что там все, нормальные все? Единственного сына в армию забирают. Кому дела передать, если что? Ну что, почините унитаз, пишите, приеду на побывку. Только вы ему сегодня позвоните, скажите, что ошибка, что зря побрели. Зря в армии штрафные рот отменили. Что такое, что? Рутова, что-то там перепутал. Я жду, совсем у нашей армии дела плохи, раз таких балбесов гребут. А нет, опомнились. Толя! Толя! Толя, слышишь? Толик, не переживай так. Съездим в банк, уйдешь в армию, я тебе гарантирую. У меня там военком знакомый есть. Серьезно. Санек, что думаешь? Модно такие в Бразилии, а? Спасибо, Олег. Да ладно, что ты? Вот только один человек меня понимает. Нормально. Ну, все хорошо. Олег, я тут ресторан выбрала. Потом, Саня, потом. Ну, иди. Пойду все-таки другие вузы надену. Иди, надень. Я с вами поеду. Ну, ты что, Свет? Я ребенка выгулю, и всем хорошо будет. С дедом только заскочим разобраться. 12 000 рублей, мои похоронные. Все исполню. Меня кремировать и по морю развеять.
никому прах мой не отдавать. Вот эту бумажку приколите усопшим, простите, дай Богу здоровья, на одежду, ну, вот сюда. Полиция найдет, привезут нам. Хорошо. Так будет надежнее. Можно булочку? Да. Спасибо. Спасибо. Саша, денег у нас в обрез, так что по супу и домой. У нас завтра важный день, поняла? Олег, ну десерт хотя бы разрешишь? Света, тьфу ты. Александр, у тебя что, я не знаю, каникулы? Как раз кстати, да? Ты что, волнуешься, что ли? Я в туалет. Иди, иди, а я пока закажу на свое усмотрение. Вы что здесь делаете? А нам Светка велела. А где? Вон же она вместе с вами сидит. Вы что, идиоты, что ли? Так нам что, подежурить здесь или как? Олег? Олег? А? Олег, забери меня с собой после ограбления. Ай! Больно. Это больно. Олег, я больше не могу с ними. Забери меня с собой. Олежа. Он делает вид, что нас не заметил. Не смотри на них. Не смотри на них. Ой, а где же Олег? Ну куда же он делся? М? А где же у нас Олег? Ну куда же он спрятался? М? Олег. Добрый день. Вот же он. Олег, где же ты прятался? Да я вот здесь сидел. А это что за козлы? Иди тихо, слушай. Вы что, его обижаете? А если я вас обижу? Не надо, они хорошие люди. Ну, что, кто следующий? Не надо, это прекрати, они хорошие люди, слышишь? Стой, стой, хватит, хватит. Все, кончилось. Везуха вам, чурбаки. Конец, Олежа. Конец тебе. Я же говорила, девочку надо было на бальные танцы отдавать. Какие бальные танцы? Никаких. Быстро, быстро! Олег, скажи, было классно, да? Нет, не классно было. Вообще было не классно. Машина, быстро. Быстро машину, я сказал. Чем-то обидела, да? Никто меня ничем не обижал, понятно? Так ты спокойной ночи посмотрела? Все, Мишку в зубы и спать, бегом! Да. Ты совсем изменился, Олег. Вы все, ну-ка соберитесь-ка. Завтра, возможно, самый важный день в нашей жизни. Понимаете вы это? Мишань, заедь в проулочек, в тенек. Ну, знак там. Так, значит, Рита. Чё? Я же музыку подбираю. Так, нет, соберись. Короче, из машины никто никуда не выходит. Ни в коем случае, иначе Свет увидит, понятно? Кигели себя разыгрывать не надо. Свет, мы тебя видим. Я же одежду постирала, в которой исчезаю. Ну, значит, едем обратно за ней. Я и так могу. Ну, как так? Ну, так. Ну, а
что правильно, нечего туда-сюда ездить. Хорош таращиться. Да не видно ж ничего. Мне-то вас видно. Все, начали. She's crazy like the fool. Как холод. Алло, говорите громче, не слышу вас. Свет, тише, я прошу тебя. Ну это как-то даже не спидите. Свет, это... Ну-ка, обними меня быстро. Все, Света. Хватит, хватит, я прошу тебя. Че мы тут будем стоять? Жарить. Дед помрет, это значит, либо Светка слишком далеко отошла, либо он реально помер. Гадюн, тебя бы в лагеря лес вали. Что надо? Мужик, ты вперед, ты проедь, нам галку проехать надо. Сейчас. Слышь, бать, нам нельзя отъезжать, у нас Светка проявится. А я не могу. С какого это перепугу? Че, я тебе говорю, вперед проедь, нам мешки с деньгами тащить. К нам тоже тащить. Понятно. У нас, может, тоже служебная машина. У нас Светка в банке работает. Капсда, деду. Тормози. Три, твою налево. Дедуля. Звони Мишане. Да? Короче, тут инкассаторы. Как капсда, короче. Тихо. Из машины, быстро. Рита. Мне на сберкнижку деньги положить. Все, все, уже. К стене, быстро. Прижались, к стене. Прижались. Я уж пятый год без отпуска. Вы что, охренели, что ли? Быстро в машину! Машина, ребята, машина, быстро. Быстро, быстро. Кажись, это за мной. Мы ничего не нарушили, просто отдыхаем. Вот этих проверьте. Какие-то невнятные, это лудерка вообще. Ты куда? Пап! Ну, что мы тут стоим? Здрасте. Все, уезжаем. Гуляли всей семьей просто. Ну что, погуляли? Погуляли. А? Ну, можно ехать? Едем, едем. Побыстрее. А папа где? Где папа? Алло. Алло. Алло, Светик. Я промахнулся куда-то. Не знаю, где я. Стой, стой, стой. Ты как сюда попал? Добрый день, молодые люди. Здесь тормозни. Ты не расстраивайся, Мишань. Если что, у меня «Жигули» на ходу.
колес на ток прикрутить. Что было-то? Не был он ни в каком розыске. Как? Как не был в розыске? Вот так. Ошибка какая-то, представляешь? Оказывается, не был. Нет, ну сегодня бы закрыли точно, если бы не Мишаня. Минус еще одна машина. Да ладно? Да. Я говорю, у нас хоть еще можно как-то договориться по-человечески, а не какой-нибудь там сраной Европе. Вообще же не... Вообще же... Значит так, с этого момента никаких лишних движений никто не делает. Ясно? Вот это правильно, Мишаня. Я не Мишаня. Понятно. Никаких споров и руганий. Никаких споров и руганий. И самое главное, никаких вот этих вот своих, вот этих сверхспособностей при посторонних. Понятно? Вообще-то я сегодня в ДК выступаю. Тебе человек только что сказал. Ты уже выступила один раз, помнишь, в выпускной? Ох, отмочила она тогда. Не плачь. Еще одна осталась. Мне вообще анализ не включили. С тобой. Заткнись, говорю. Еще один раз прошу. Да тебе просто вообще не стоит петь. Запомни это навсегда. Навсегда. Зачем вы это делаете? Ей полезно, она худеет сразу. Рита, будешь выступать, слышишь? Зачем? Олег, ты того? Если человек хочет выступать, значит, будет выступать. Правда говоришь? Правда. Нифига себе. Я думал, там придет человек 17, это полный зал. Пес, там народ. С центра люди приехали. Давай, Рита Борисовна, не подведи. Как птица там летает, как синица. Можно я взгляну перед выходом? Давай, что там будет? Да, в первом ряду. Это Мара, Любовь Петровна. Это крада. Скажи, прекрасный только... Дорогие да, друзья, первая в мире женщина, которая умеет летать. Давай. Рита! Рита! Ты куда? Рита! Рита, подожди! Рита! Э, стой! Рита! 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 Не надо! Давай. Не надо мне, чтобы я тебе передумала! Не надо мне ничего! Послушай, Рита, давай. Вернись, Рита. Пожалуйста! Там тебя зритель ждет! Рита! Нет. Давай, окружай ее! Давай, оттуда, я снизу! Рита! Рита! Эй, тормози! Ты куда? Все нормально. Она сейчас вернется. Иди сюда, сука, если кто летать будет? Рита! Рита! Вот ты где, Олежа. А мы тебя уже час ждем. А я здесь это, ну, кажусь... А ну, гаденыш, иди на сцену и сам там летай. Это он легко. Это он умеет. К сожалению, летающая женщина не смогла сегодня прилететь. Но прилетел летающий мужчина. Поприветствуем! Олег, ты где был? Я тебя везде искала. Что с тобой? Все нормально со мной. Лиц вернулась, пойдем ломим. Олег, вы меня простите, пожалуйста, что я подвела вас так. Но в другой раз точно полечу. Олег, ты чего? Правильно, ты, Рит, выступать не стала. Публика сегодня говно. Олег, ты чего, обиделся? Я обиделся? Ну что ты, святуш? Обижаются надушевленные предметы. А вы, Бобров, вы просто вирус. Вас нужно использовать как бактериологическое оружие. Заслать вас
в тыл к врагу, чтобы вы просрали все, загубили и изничтожили. Олег, перестань. Да я только начал, Светуша, только во вкус вошел. Это он про кого? Про нас. Стоят наглые, самодовольные, ленивые, тупые халявщики. Вам же дай любую способность, любые, я не знаю, приборы самые гениальные, девайсы там, гаджеты. Вы же будете лежать на диване и в заднице ими ковыряться. Потому что вы бобровы. Я минуты больше с вами быть не хочу. Я разберусь там с деньгами, придумаю что-нибудь, но только не с вами. Что угодно, только не с вами. Олег. Олег. Ну, я не согласен. Я займу, дед. По-моему, переборщили. Ничего. Для хорошего дела иногда требуется немного насилия. Зачем вы приехали сюда? Все закрыто уже. Вся твоя беда, Олежа, заключается в том, что ты недооцениваешь коллектив. Все надо делать вместе, и тогда все получится. Что вы делаете, идиоты? Блин, давай. Держи. 15 лет. 20. Алло, гараж! Ну че мусорите? Я разберусь. Ро, комсомольцы, чего пьем? Чего надо? Водку пью. Не, это не то. Светку держи! Я принимаю! Рита на очереди. Эл, не-не-не-не-не-не. Рита сама. Ладно, я сама. Вот. 92-й чистый. А 95-го у меня горло горит. Куда дальше? По коридору налево. Понял. За мной. Закурим, пехота. Ну, по второй? Свет, ты где? Да тут я, тут. Александра, ты хоть бы постучала, что ли, для приличия? Ну, чего они? Еду! Скоро будут! Колик, пора. Пап, куда его? Да прям сюда! А не проще все было сразу сумку там насыпать? Зачем здесь таскать? Развяжите вообще! Развяжите мне, помогу вам! Машину! Валя, машина, быстро! А дед где? Деда забыли! Давай скорее! Бегу! Давай, давай, давай! На похмелку, парни! Серега, подпортила-то как, а? Стоять, стоять! Работай, парни! Стоять, стоять! Стоять, стоять! Стоять, стоять! Стоять, стоять! Стоять, стоять! Стоять, стоять! Стоять! Ребята, по-моему, хвоста нет. Оторвались. Вспоминаю.
Короче, оглоеды, все. Валите к чертовой матери. Дед, ну что ты опять начинаешь? Это ты что начинаешь? Договорились же. Сколько мне терпеть вас еще? Хочу у моря бабку встретить. Ну это, действительно, пора нам. Павел Григорьевич, ну, прощайте. Ну, знаете, там, если ну, моих встретите, приветами передайте, ладно? Ладно, ладно, без сантиментов. Давайте. Ну, Толян, держи краба. Пока, дед. Пока, кочерышка. Ну чё, тесть, не знаю, может, присядем на дорожку? Я уже хочу прилезть на дорожку. Давайте уже. Так, ну чё, валим. Валим, поехали, давайте. Бегом, 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 давайте, машину, все, давайте, Саша. Давайте. Куда едем? Домой. Значит так, очень важно, перед отъездом ничего дорогого не покупать. Так, значит, Толик едет в военкомат, тебя там ждут. Рита с Сашей в аэропорт. Все, едем. Папа, стой, дед упал. Я же только что с жизнью попрощался. Ты хоть понимаешь, что это такое? Да ты просто упал, я тебя хотела поднять, чтобы ты на земле не валялся. Держи, я только на минуточку. Нельзя на минуточку. Вообще больше нельзя. Поехали, значит, поехали. Все. Слушайте, ребята, а чего мы мучаемся, а? Есть другой план. Давайте сейчас все вместе поедем в санаторий Русичи. Бассейн, боулинг, сауна, пятиразовое питание. Отсидимся там тихонечко пару месяцев. К этому времени нас уже никто не будет искать. Вернемся домой. Заживем по-старому. Да лучше заживем. Вы чего, купим дорогущий телескоп, он вместе будем на звезды смотреть. Послушайте, вы можете ехать в Русичи куда угодно. Лично мы со Светкой улетаем в Таиланд. Все. Ну что вот за человек? Я ему про звезды говорю, он в Таиланд собрался. Меня что, здесь нету? Да нужно действовать согласно плану. Иначе тюрьма, вы головой своей понимаете вообще, нет? Я, в отличие от вас, хорошо подумал. Дети хотят посмотреть мир. Пожалуйста, месяца хватит, через месяц вернуться. За месяц я отстрою дом с обсерваторией. Будем жить вместе. Песни твои слушать. Я после армии сразу в Москву. Ты давно такое решение принял, гаденыш? Рит, ну ты-то хоть скажи ему. Вы понимаете, что нам надо вместе жить? Вообще-то мы с Саньком возвращаться тоже пока не собирались. Ну, Сашка-то со мной останется. Я оставаться не хочу. Я тоже улетаю. Пап, а полетели с нами, а? Я что-то не понял. У нас вообще-то как-то план был. Дом построить для всей семьи и жить вместе. Да был такой план, пока вы полгорода чертям не разнесли. Был. Все, вызвал милицию. Канава. Если сейчас не свалите, всех заложу. Мамочка. Поехали, Светка, быстро, поехали. Да, теперь вроде поровн. Олег, нужно деньги вернуть. В смысле, кому? Вернем все в банк и деда заберем. И никто нас больше искать не будет. Ты что несешь, Свет, слушай, успокойся, я тебя прошу, уже все сделано, вот они, деньги. Светка.
Светка, ну ты чего, ну Света? Ну все же спланировано, уже продумано, проговорено заранее. Уедем с тобой вместе. Не поеду я с тобой никуда. Папа, останови. Послушай, ну не сможем мы всю жизнь вместе жить, ты понимаешь это? Подумай головой своей. Выходи, я сказала. Вы чего, граждане, сговорились что ли? Ничего не поменялось. Товарищи Бобровы. Ты знаешь, Свет, я даже рад. Так даже лучше. Ну что, счастливым оставаться, семейство Бобровых. Поехали, папа. Вот, Валер, в долларах. Ну, если честно, тут больше даже пока. Сейчас, погоди. Да, вот так бы сказал. С тобой приятно иметь дело, Алик. Да. Надеюсь, без обид. Не, ну что вы, какие обиды? Спасибо. Может, еще спасибо. Чем помочь? Да нет, просто пока. Ну спасибо. Ты пищи-то береги. А? Мало ли что. Сегодня утром сотрудникам полиции на берегу был найден мертвый пожилой мужчина. Это. Ну ладно. Ко мне приходит психованная тетка. Плачет, воет, просит вернуть деда из морга. Вот. Предлагает 100 тысяч долларов. Идите. Я вызвал наряд. Вот. Если бы я знал, конечно, что у нее есть деньги. Ну, не повезло просто. Только не ждите его, пожалуйста. Пускай он полежит немного в холодильнике. Он живой. И только так кажется, что он... Только кажется, что он умер. Потому что мы попробуем. Напомните, мы своих не бросаем. Ясно? Лохи. Надо было 500 баксов, дайте мне сотку куда-то. Тогда бы договорились. Твою ж мать! Да ладно? Всю беру, беру на себя! Служили этого товарища во тьме мы тем парке. Пуль пролетела и... Ну поехали, ну что стоим? Здрасте. Здрасте. А вы дедушку еще не сожгли? К вам сегодня утром дедушку привозили. Он еще целый? Его завтра утром забирает агентство. Они кремируют. Мне его сегодня забрать нужно. Сейчас. Сколько предложите? 1000 баксов. Да. Миллион. Миллион? За мертвого деда 1 000 000 рублей? Нет. 1 000 000 долларов. Долларов. Я что, на идиота похож? Окей. Могу дать 1100. Максимум. Мне за него сегодня утром давали 100 тысяч долларов. Так что, 1 000 000. Да это идиоты какие-то, понимаешь? Ну, вам никто столько за него не предложит. Он не стоит столько. Ну. Не знаю, не знаю. Вы сегодня второй, кто деда купить хочет. Откуда я знаю? Может, вам рота вон целая стоит, а? Нет, ну, подождите. Это же, ну, не разговор. Послушайте, ну, послушайте. Хорошо. 100 тысяч. 100 тысяч. 1 000 000. Да ну нельзя же так, ну что ж вы... Нет, погоди. Слушай, 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов. Ты подумай, головой подумай. Я за людей не торгуюсь. Да ну, что ж вы делаете? Да ну нельзя же, что ж вы творите такое? Мне не останется ничего тогда. Он же не нужен никому этот дед, вы понимаете? Господи. Господи, за что это мне все? Господи. Ладно. $1 000 000 за мертвого деда? Да. Да пошел ты в жопу.
Была у тебя возможность заработать сегодня 1000 баксов, дядя, на халяву, положи трубку. Ни хрена тебе больше не достанется, понял? Нифига! А знаешь почему? Потому что ты тупой, не надо снимать, убери эту трубку свою. Охрана! 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 Согласно преступному сговору члену ПГ Боброва Маргарита Борисовна, умышленно совершив прыжок на 5,5 метров, произвела крепеж заранее приготовленной цепи к решетке второго этажа. После этого несовершеннолетний член ОПГ Боброва Александра Борисовна умышленно совершила силовое воздействие на цепь, повлекшее частичное разрушение стены банка. Вслед за этим член ОПГ Бобров Борис Алексеевич, введя в заблуждение камеры наблюдения, переместился в образовавшееся отверстие на втором этаже. Олежа! Здесь! Опять? Что происходит? Сынок, спокойно! Это адвокат! Спокойно! Александр, бери решетку! Какой план, сынок? Я понятия не имею. Молодец, по-бобровски, конкретнее. Валим, валим. Давай. Руки, я сказал. Я же руки. Я вас предупреждала. Взятки не брать. За мной, влево, быстро. Если в день по штуке баксов выходит, то так и быть я еще готов поживу. Вот они! Слева!
Спасибо. Валер, спасибо тебе большое. Не за что, Леш. Мы же знаем, что ты вернешь. Наш-то сукин сын. Все продумал. Олежек, куда едем-то? В Таиланд едем. К тайцам. Ну, ребята, 20 дней. Главное, не надоесть друг другу. Не надо, дядя, мы песни будем петь. Правда, Олежек? Домой-то вернемся? Хоть когда-нибудь? Как пойдет, Борис Алексеевич? И сколько нам ехать? Дней 20. 20 дней? Да мы сдохнем тут все. Я точно не сдохну. Вон тот угол мой. Из Пензы